Движение судов через пролив Босфор в Турции приостановлено из-за столкновения сухогруза и судна береговой охраны. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на местную транспортную компанию. 6 человек пострадали, сейчас находятся в больнице. Сухогруз под флагом островов Кука направлялся в Черное море. Столкновение произошло в 8:40 утра в южной части пролива. В результате судно береговой охраны опрокинулось. Отмечу, что в предыдущий раз власти Турции закрывали пролив Босфор в середине июля. Танкерам запретили проход после неудавшейся попытки госпереворота.